Всем привет! Вот пришла сегодня посылочка от сервиса LightMF. Она уже подсчета, наверное, у меня 25-я. Сейчас я скажу. В прошлый раз я показывал, как были упакованы просто вещи, а здесь у меня и техника, и вещи совместно. Вот такая массивная коробочка весом 5 с лишним килограмм. Но рукой, конечно, неудобно это все делать. Открываем ее. Сейчас покажу, что я заказал. Что там внутри? Вот. Ну, смотрите. Вот так вот все сформировано, упаковано. Джинсики я заказал себе. Calvin Klein. Guess. Заказывал разных продавцов. Все скомпоновано. Вот, смотрите, пупырочку, все аккуратненько. Экран взял MacBook Air. Пришел без повреждений. Проблем не возникло. Вот, робот-пылесос. Как раз в упаковке посылки я заказывал, чтобы сохраняли фирменную упаковку. Так, в принципе, можно было от нее отказаться и сократить лишний вес упаковки. Вот такие вот у нас робот-пылесос моющий. К нему дополнительный тряпочки для мойки полов, мытья полов. Так, что у нас? Я уже забыл, что тут. Жесткие диски, скорее всего, СВшники, да. Показываю. Что это у нас такое? Да, там внутри вот так вот упакован твердотильный накопитель. И еще один твердотильный накопитель. Вот все пришло в целости и сохранности. Спасибо сервису LightMF. Снова буду заказывать через них.